Что не так в Иванове? За ответами на этот вопрос в наш город приехал секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев. На площади Пушкина установили инсталляцию с хэштегом «Что не так?». Рядом блокноты, куда ивановцы могут вписать причины своего недовольства. Желающих поделиться своим мнением оказалось немало. Помимо стандартных плохих дорог, ивановцев не устраивает архитектурный облик города, рост цен на коммунальные услуги. Много вопросов и по социальной сфере. Акция – еще одна возможность для горожан быть услышанными региональными властями. Никто, ни власть, да, там, сидя высоко, ни специалисты той или иной отрасли, да, не знают настолько проблемы той или иной отрасли глубоко, ну не то чтобы глубоко, а вот с позиции клиента их служб. Поэтому очень важно сегодня знать мнение людей. Именно с этой целью мы сегодня здесь. Смотрим, что волнует граждан, и для того, чтобы потом ситуацию поправить маленькими шажками, где получится там решить проблему в одночасье.